Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Самарском художественном музее открылась выставка «Артмост. Впечатления от лета. Современные российские импрессионисты». С 17 по 30 ноября будут представлены полотна трех российских импрессионистов. Бато Дугарджапова, это Москва, Александра Отрошко из Сочи, Олега Теняева, Санкт-Петербург. Их работы самарская публика увидит впервые. Что может быть лучше? Дыхание лета в холодные ноябрьские вечера. Художественный музей, улица Куйбышева, 92. В кинотеатре «Художественный» работает выставка «Хоровод культур». На ней представлены подлинные костюмы и предметы одежды прошлого века, предоставленные Этнографическим музеем Института культуры и Клявлинским краеведческим музеем, а также этнографические реплики из коллекции Самарского центра русской традиционной культуры и костюмы, созданные мастером Татьяной Дейс. Выставка открыта до 13 ноября, улица Куйбышева, 103. В областной библиотеке продолжаются кинолекции и показы от киноклуба «Ракурс». В субботу, 12 ноября в 16:00 покажут фильм 66-го года «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева. В конце – лекция по теме от руководителя киноклуба Михаила Куперберга. Областная научная библиотека, проспект Ленина, 14А. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.